Это полковник Шаров. Сейчас командира дам, это Дон. Алло. Сатокин. Да. Михайлович. Ну, и... я второй раз навалился, ему разодрал чуть-чуть по корме. Есть мысли, военные, а не буксир. И они тогда становятся точно военные, маневренные, они начали маневрировать быстро. Лево на борт, Михайлович. Есть. Михайлович, команда руководства пограничной службы, их так, тараном, короче, чтобы повредить все. Это оперативная группа, капитан Басов. Москва уточняет, кто совершил навал. ПСКР Дон. ПСКР Дон, в отношении кого? А-947. А-947. Принято. В точке, в точку. В точке, сейчас штурман подойдет. Иди сюда. Командир БЧ-1, капитан, генерал. Точки дайте, в каком был совершен навал и в точке, в которой вы сейчас находитесь. Первый навал 44, 56 и 0 36 38. Время 7:35. Первый навал. Второй навал. Второй навал 44, 56 и 6. Да. 36, 30 и 5. Время. Время 7:44. 7:44. Больше не было навалов? Пока нет. Ваши сейчас координаты? Значит, 44, 58 и 7, 30 и 4. А может быть вчетвером того, потом другого? А я пытаюсь, он маневрирует, он понял, что он маневренный, блин. И как я подхожу, уходит, блин, на борт, поворачивает и уходит. Надо их, надо их. Медведев уже в такой панике орёт, такое ощущение, что там президент контролирует всю эту. О, я знаю, я понимаю, но попытки есть. Винторулевую куда-нибудь, что-нибудь им. Ты не пытался его носом? Пытаюсь, он не подпускает. С Лафетов пытался, вот пытаешься заливать его, нет? Не, они у нас это, не фурычат. У нас столкновение с изумрудом. Серьезное. Между собой, что ли? Да. Вообще с водкой попадем. Ну и что тебе кто скажет, что не с ним из должности? Михайлович, смотри, короче, сейчас там этот, едут 10 пацанов, таких, с прикольными навыками физической подготовки. Mm-hmm. Они сейчас верхом ко мне придут где-то минут, наверное, через 50, через час. Mm-hmm. Вот. Мы же их сможем забрать с заветного откуда-нибудь там этим катерком твоим? Нет, тебе. Там мелко. Шарапов, вам какие команды поступили сейчас? Управление поступали? Выходил на меня Шейн. Я только, честно говоря, хотел бы, конечно, уточнить. Блокировать их, он говорил, а по крайней мере буксир блокировать. Но я так что-то сейчас сижу и осознаю, думаю, блокировать на север нельзя или на юг выход? На выход из Тервот нельзя ему выйти? На выход. На выход? Ух ты. Да. Ну, значит, будем сейчас развивать ход, догонять. Они 7 узлов пошли, мы догоняем. Михайлович, классно все получилось. Видео у тебя молодец. И эмоции у тебя такие неподдельные. Уже по телевизору тебя показывают. Да ну ты брось. Я тебе серьезно говорю. Ты не видел, какие у нас повреждения. Сейчас я работаю с буксиром. Буксир остановился, но люди стоят с пулеметами. Все, буксир остановился, люди с пулеметами. Так все, точно. Принято. Кирч, капитан база, оперативная группа. Подскажите, кто применял оружие по предупредительную стрельбу? Изумруд. Изумруд, да? Не я могу понял, выйти хорошо. На изумруд, там кипиш сильный в эфире. Там эти орут, украинцы тонут или что там с ними происходит. Ничего себе, он что, на поражение что ли делал? Да. Алло, сейчас секунду. Я понял.